Важность семьи в жизни человека и укрепление репродуктивного здоровья обсудили в Барнауле. Поговорить о важном пришли 60 школьников и студентов колледжей. Для меня лично семья очень важна. Я уверена, что у многих людей точно так же. Хотела бы создать в будущем свою семью? Да, конечно. Я считаю, что человек должен быть с кем-то. Как обеспечить здоровое материнство и отцовство, рассказали врач-педиатр, акушер-гинеколог, директор Краевого кризисного центра для женщин и специалисты других профильных ведомств. В числе спикеров – общественница и многодетная мать Ирина Яковенко. Она посвятила выступление важности бережного отношения к телу и здоровью. Хотелось бы молодежи говорить о том, что лучше позаботиться о здоровье заранее, превентивные какие-то меры применять, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни для того, чтобы активное долголетие длилось как можно дольше, и качество жизни их было как в 18 лет, как в 40 лет, так и в 80 лет достаточно высоким. Занятие организовало Краевое отделение Союза женщин России. Эта встреча – часть просветительского проекта «Школа наставничества, школа воспитания». За 2 года провели уже 18 занятий. Тема каждого – ключевые ценности в жизни человека. В этот раз – репродуктивное здоровье и семья. Занятие прошло на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию России. Во время выступления он подчеркнул: «Большая многодетная семья должна стать нормой». Получилось так, что как будто мы договорились с президентом. Он говорит в своем послании о необходимости укрепления института семьи, говорит о новом национальном проекте «Семья», говорит о необходимости действительно иметь много детей. Будут строиться дороги, создаваться новые города и, соответственно, строится новое жилье. И все это ради чего? Ради того, чтобы наши семьи были здоровые, дети, соответственно, тоже здоровые. И вот укрепление репродуктивного здоровья сегодня ключевая тема.